Дорогие друзья, добрый вечер. Я буду краток и заранее прошу прощения у главного героя сегодняшнего вечера за лицеприятность и волнение, которое вполне объяснимо в этот день. Сегодня мы чествуем нашего выдающегося современника, удивительного художника и потрясающего наставника Юрия Борисовича Абдокова. Воспитанник великих мастеров, музыка которых прозвучит в нашем концерте. Юрий Борисович в своем творчестве и педагогической деятельности воплощает все самое ценное и чистое в нашем искусстве. Я не буду ничего говорить о музыке Юрия Борисовича. Она сама за себя говорит. Замечу лишь, что она очень похожа на своего автора. А это бывает нечасто. Многим из нас Юрий Борисович просто перевернул жизнь. Сделал ее более яркой, талантливой и чистой. Для огромного числа учеников и слушателей в разных странах мира он стал образцом не только высочайшего профессионализма и безукоризненного вкуса, но и духовной ответственности за каждый рожденный звук. От имени Академии русской музыки и нескольких поколений учеников Юрия Борисовича я хочу пожелать нашему наставнику неиссякаемых душевных и физических сил для воплощения новых идей и замыслов. А мы вас не подведем.